Добрый день, наши зрители, наши любимые, долгожданные. Смотрите, у нас уже лилия пошла. Подходили чернобровцы. И вот еще какие-то такие цветочки пошли. Красивые, правда? Не знаю, это мы, наверное, что-то садили, покупали. Даже не знаю. Клематис вот пошел. Второй вид, сорт. А тут как-то зацвело и все, перестало. Бутонов много. Зайка. Привет. Всем. Мама. Мама с папой рука приехали. С племяшкой и с сестричкой. Мама решила сделать, что надо наоборот. Ну. Мама руколу рвет. Так. Так, я предлагаю ехать, а потом будем заниматься. Да, мы едем в Лысенку. Мам, поехали. Ну, ты меня в таком наряде, я как раз наоборот. Да я сам зараз. У нас вот такие конфетки в гостях. Як тебе звати? Костина. А це Дарина. Привіт всім. Ми зараз будемо кататися на свісточці. А як цю штуку звати? Не знаю. Гамак. Гамак. Лося. Зараз поможемо. Ай! Ай! Ну, подивись, чи вона нормальна, чи нижче. Нижче трошки. А то ми не заліземо. Ще трошки. Отак. Ну, попробуй. Пробую. Нормально. Ну, іди тоді сюди. Іди, виключай. Тримай. О, дядя Ігор. А це він якось занизько. Ну, нам занизько, а їм нормально. І я хочу. І я теж хочу. Дядя Ігор зараз вас покатає. Чекай, чекай, а я суницьку поїм. Смотрите, яка огромна. А тапочки знімати? Ну, краще. Бо ти зараз собачі трави нанесеш, ти будеш тоді в ній лежати. Тримайся. Лягай сюди трошки більше. О, розумно до мене. Привет. Ігор, закинь її туди. А вони впадуть вдвох. Ні. Трошки. Блін, а ти тут тримай тоді. Зута! Нічого, нічого. Лягай. Ова. Що воно якось, що воно якось, ну, як на бік трохи. Чи вони, чи, ну, посунься трохи сюди. А, Христина! Де сюди? Це мені. Ага, я зараз буду вас бризкати. Катайтесь потім. Ой, як класно. Ми дихаємо, ми дихаємо. Привіт! А ми тут дихаємо, нас тут жара. Христина, не льопай. І мене теж люблять. І Христина з пістолетом. Диви, щоб не випали. Христина? Що? Чи я не знаю, але їдять. Чистим ставок. Десятка. Христуля. Я іду, шагаю по мені. А у вас тут є коні? Хто? Коні. Коніки. Тут дуже багато трави. А там болото з краю. І що ж тут болото? Та я буду грязний. Тут вас тато згрести і все. Тут ти така ж. Вот так. Бе. Угу. Розина, положи внутрі. Коротше, так вони і жили. Ти в жабку стріляєш? Так. А мамі з татом передай привіт. Привіт. Ай, ти в мене встрілила. Чому? Ну ти ж стріляла? Ще таке. Пістолет. Водний. Твій? Твій. Ха-ха-ха!
ряска со ставка, вкусного. Это не ряска, это какие-то водоросли. Водоросли. У нас же сонная трава. А она классная, она мокрая. Ее прикольно кушать. Ее, она не сохнет, так что классно. Я намочу больше траву туда. А госы что не едят? Зараз будут тоже есть. Они после маленьких покупают. Зоопарк. Тактильный зоопарк. А давай мы туда, тебя туда запустим. Нет. Так, я пошла на беседку, пока. Будем гратись. Всі удивляються, як це вони їдять, так от вони типу всі ряску люблять. Дивись, як їдять, клас. І малі їдять, старші ні. О, смотрите. Всі малі кушають. Видите, маленькие кушают, а большие не. А что, не, не пошло? Ого, запихаются. Ой, да. Ряски нету, то... Бабушка собирает клубничку. А мы кушаем горошек. Да? Вкусный? Угу. Песни у нас. Дарина. Привет. Что там у нас? Собираем липу. Фигня такая колючая. Вот уже столько насобирали. Дерева непонятные. Нудный процесс. Мы не так в прошлом году делали, чем позапрошлом. Нет. С ветками ломали, а сидели уже дома чистые. Ну жалко ветки. Фигня отбирали возле хаты. Жалко ветки ломать, будет так уже снизу. Это в этом году что-то снизу не вроде. Хотите, я вам покажу. Я смотри, тут такая нора. Какая нора? Видите, какая у нас липа интересная. Кустовая. Кустик они... такой. Да. Мы хотим потом с этой липы баню да, куда-то гнездо сделать. А, собака какая-то. А что вы так думаете? Что это геляки? Ну. А это нет. Игорь, слышишь, так это на распалку, смотри какая. Она сыпется с горы. Слышишь? Блин, ее надо прорядить. Я думаю, такие тонкие повырезать, что есть, чтобы она росла толще. Угу. Ну это ж доски красивая, классные, да? Вообще. Вот такая долго, скажите, ты собираешь. Такая красивая. А знаешь, что мне сказали? Мне сказали, что это была видна липа. Ее срезали, и она пустила типа с корней. Скорее всего, может, по центру и была липа. Ага. И я говорю, я липу знаю, это дерево. А тут, говорю, какой-то куст. Это же доски самые... Почему липа цветет в июне, а не в липню? Потому что климат поменялся. А пчел сколько, слышите? Гудит аж все сверху. Угу. Это мед мой самый любимый липовый. Надо пчел еще завести. Иди, броди, в пасеку. Такой гемор. То надо... Именно я и знаешь, сколько там всего надо. Это не просто. Кстати, не кролики и не гуси. Выгнал и забыл. Ну, вся молодежь в селе разводит пчел. Какая? Чья молодежь? В интернете. Там надо 3 литра в год. Спасибо. Класс? А можно я попробую так? Тихо, близко не подходь. А можно я сейчас попробую? Треба щось намалювати. Ку-ку. Мясо. Я трохи стільки треба взяти. Я вже брала. Які це? Ні. Тут, значить, ще треба брати. Смотрите, скільки смородини. Смородина. Це називається порічка. Смородина. Порічки.
пузички. Поречка, по-украински, поречка. По-русски красная смородина. Это не красная. А вот это черная. Уже обервали. Її, що ти фотографуєш остатки неспілу? Лесь, покажи, що там село. Привіт! Привіт! Ми зараз шашлики будемо їсти. До нас приїжджайте! Піла. Тупо присіли. Наступи. Смотрите, які вкусняшки! О! Не махаю. Перепелішки. И одна сосиска для Христи. Все, кушаем. Салатик. И кока-кола. И кока-кола. Смачного. Дякую. Дивіться, Леся. Вон там. Дивіться, який я букет сьогодні зібрала. Угу. У нас зацвел цветочек. А от якщо я пепсі водою розбавлю, то, мабуть, буде несмачно. Оце гарно, з пляшки. Так? Ось такий у нас урожай. Це чуть-чуть крижовника сорвали. Це ліпа. Це красна смородина. Смотрите, червона? А це черешня. Видиш, які у нас дари літа. То агру. Арбузики то агру. Да? Ти що будеш кушати? Крижовник? Агрус.